Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последнее время. И давайте начнем сразу с первой новости. Первая новость у нас от компании Universal Audio, которая анонсировала новую линейку более бюджетных звуковых карт под названием Volt, которые гораздо будут доступнее, чем Apollo, но будут лишены DSP-процессора и всех вот этих фишек, которые связаны с этим самым процессором в виде плагинов, например, и интеграции с секвенсором от Universal Audio. Но так или иначе, качество никак не должно пострадать по заверениям разработчиков, то есть преампы будут такие же крутые и качественные, как в принципе у всей линейки карт Universal Audio. И вот в этих картах Volt, их будет 5 штук, они будут различаться количеством входов и возможностями. Будет Volt 1, Volt 2, Volt 176, Volt 276 и Volt 476. Цифры, собственно, отвечают за количество входов. Но 76 вот в последних трех картах, это не просто цифры, а это намек, точнее, вполне себе конкретный анонс того, что в эти карты будет вшит схематический компрессор 11.76, всеми нами любимый, и он будет работать такой, как некий набор предустановок для записи тех или иных партий. Карта обещает запись 24 бита до 192 кГц, что, ну, довольно стандартно по сегодняшним меркам, но при этом преампы могут эмулировать поведение консоли, то есть чуть-чуть давать такой некий окрас. В общем, карты довольно интересные, еще раз повторюсь, они бюджетные, то есть гораздо более доступные, чем Apollo, и уверен, что многим зайдут для Project Studio, например, такая хорошая альтернатива тому же Focusrite, всеми нами любимому, так что следим за новостями, смотрим, я уверен, что эти карты найдут своего покупателя. Slate Digital выпустила свой собственный автотюн, который называется MetaTune. Это отличная новость для тех, у кого уже есть подписка на их плагины. У меня, например, есть All Access Pass, и этот плагин достался мне абсолютно бесплатно в рамках подписки, что очень приятно. И, собственно, плагин работает абсолютно так же, как автотюн, и в промо-компаниях его также сравнивают активно с автотюном сами разработчики от Slate Digital. Но они решили пойти дальше и добавить пару фич, которыми они сами очень гордятся и максимально рекламируют. Первая фича — это то, что там есть дополнительная, скажем так, функция предугадывания нот. Ну, не совсем предугадывание, скажем так, опережение времени. То есть, если автотюн работает непосредственно в реальном времени, то здесь можно задать некий 3-миллисекундный буфер, чтобы плагин как бы чуть раньше слышал входящий сигнал и быстрее мог скорректировать вот эти переходы между нотами. Потому что все мы знаем, что когда мы работаем даже с автотюном, мастодонтом просто на рынке, всех возможных копий этого уже плагина, он все равно бывает на некотором материале, который не очень хорошо был отпичен или спет изначально, дребезжание между нотами и так далее. Так вот, разработчики Slate Digital уверяют, что с помощью их алгоритмов доруленных вот этот неприятный эффект, он будет еще менее заметен, потому что плагин будет как бы предугадывать, заранее слышать и быстрее делать вот эти переходы между нотами. Я его пока прям вот детально еще не успел потестить, потому что самим эффектом автотюна я лично пользуюсь довольно редко. Я предпочитаю все-таки ручной тюнинг. Автотюн именно как эффект мне нужен в продакшене не так часто. Но то, что я видел на демках и то, что я видел в обзоре от самих Slate Digital, в принципе, звучит довольно круто. И если у вас, например, нет того же самого автотюна, нету подписки на автотюн, но всегда хотелось качественный эффект, в принципе, от Slate Digital очень неплохой аналог. Особенно, опять же, повторюсь, если у вас есть подписка. Если подписки нет, то плагин, в принципе, стоит тоже не очень дешево, порядка $200. Нужен, естественно, iLog, как и для всех плагинов от Slate Digital. Но так или иначе, переходите по ссылке в описании, посмотрите видео, примеры. Там есть также интересные фичи, такие как группировка. То есть вы можете повесить на несколько этих плагинов в проекте и сгруппировать их между собой, например, чтобы одни и те же бэки, бэк-вокалы с помощью одного только плагина редактировать все. То есть у вас 20 дорожек бэков, вы вешаете на все этот метатюн и только в одном рулите настройки, и все остальные 19 штук также подстраиваются под эти настройки, что довольно удобно, не нужно копировать по 100 раз настройки и так далее. То есть тоже можно использовать. И еще есть встроенный даблер, ну такой типа даблер, чтобы сделать такой стерео эффект дополнительный для вот этого автотюн эффекта, что тоже может с художественной точки зрения быть очень полезным. Так что переходите по ссылке в описании, смотрите видео, превьюшки и пользуйтесь, если вам пригодится этот плагин.
Для всех любителей лоу-фай экспериментов и придания пленочного тепла вашим записям появился новый плагин. Можно сказать, очередной, но с довольно интересными функциями. В данном случае это плагин Tape от компании Baby Audio, который в первую очередь, конечно же, имитирует поведение пленки и пленочной сатурации, но, как заверяют разработчики, там вшит искусственный интеллект, который максимально детально, собственно, имитирует эту работу пленки, в зависимости от материала, который подается. И есть довольно интересные режимы и возможности подстройки вот этой самой сатурации, которая уже наверняка у вас у всех есть в арсенале. Поэтому, если вам прям вот интересно лоу-фай изучение, можете обратить внимание на этот плагин, потому что есть действительно довольно полезные фичи, которые не у всех аналогов реализованы должным образом. Здесь довольно интересно сделано. Например, есть двойная сатурация, то есть можно подключить как бы две цепи пленочной обработки, и в зависимости от этого появляется такой некий аналог дисторшена, но очень специфического, плюс можно настроить диапазон частот, то есть вы можете делать перегруз только в верхний частотный диапазон или только в низкий, не затрагивая при этом другой частотный диапазон, что довольно тоже интересно. И также, естественно, можно эмулировать все классические эффекты, такие как дребезжание пленки, зажевывание пленки, фленджер пленочный классический, то есть довольно классные элементы управления для создания различных эффектов, то есть этот плагин отлично подойдет для подгрузки битов и придавания им винтажности, например, драм-машинам. Также это подойдет для создания каких-нибудь дребезжащих пэдов или каких-нибудь лоу-фай фортепиано, электропиано и так далее. Все, для чего используются подобные плагины. И здесь довольно интересные настройки, как я уже сказал, которые помогут добиваться еще больших результатов. И плагин будет продаваться по цене $69, но сейчас он доступен по такой открывающей цене в районе $40, так что переходите по ссылке в описании, если вам интересно, и забирайте этот плагин себе. Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка. Одно видео за 1 рубль. Все как вы любите. Много за недорого. Как тебе такой, Илон Маск? Полный доступ 24/7 к абсолютно всем курсам без ограничений в формате ежемесячной подписки. Как это работает? Например, выбираем тариф «Живая музыка». Он состоит из 490 видеоуроков. На данный момент это 28 курсов. Вот его содержание. С выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет в зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета. Как получить доступ? Нужно купить подписку на этот тариф. Сейчас действует скидка 50% и цена всего 490 рублей в месяц. Акция скоро закончится, и цена изменится уже на 990 рублей в месяц. Нажимаем кнопку «Купить», и мы попадаем на сервис Boosty, где и происходит вся магия. Здесь мы уже все подготовили, отсортировали по полочкам, сделали удобную навигацию, все в одном месте. Жмем «Подписаться». Проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик. Выбираем количество месяцев для подписки. Напомним, оплатив сейчас 490 рублей, вы получаете доступ только на 1 месяц. Если хотите сохранить цену в 490 рублей за месяц на будущее, вы можете купить подписку сразу на 3, 6 или 12 месяцев, пока акция еще действует. Тогда вы сэкономите 50% цены не только сейчас, но аж на целый год вперед. Жмем «Купить» и готово! Напоминаем, акция скоро закончится и цена изменится на 990 рублей в месяц. Так что шутки в сторону, коллега. Пора обучаться по-крупному. Действуйте прямо сейчас. Из бесплатного контента у нас сегодня плагин, который эмулирует звучание усилителей Black Star. Для всех гитаристов, кто записывает гитару напрямую в секвенсор, будет очень полезным этот плагин. Называется он Black Sun от компании Audio Assault. И этот плагин раздается до 1 декабря абсолютно бесплатно, хотя его регулярная стоимость будет $40. Все, что нужно, просто перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться на сайте, добавить этот плагин в корзину, и там он будет доступен абсолютно бесплатно, после чего вы завершаете процесс покупки и скачиваете его себе. Интересным этот плагин является с той точки зрения, что это, конечно же, очередной эмулятор усилителя британского в данном случае, то есть всем, кто любит британское гитарное звучание, вот посвящается этот плагин. Но также там есть фичи в виде, первое, это загрузки своих собственных импульсов, если вы любите с этим экспериментировать, причем там можно сразу два импульса загрузить и чуть-чуть их поднастроить, делать разные панорамы и так далее. И также там еще есть три педали эффектов, это бустер, дисторшн, гейт.
с помощью которого вы можете еще добавить окраса этому усилителю. Так что интересный плагин, бесплатный, еще раз напомню, до 1 декабря, поэтому переходите по ссылке в описании и забирайте копию себе. И еще один бесплатный плагин, на этот раз от компании Audio Modern, называется он GateLab, и, собственно, представляет из себя такой очередной Volume Shaper или Gate Effect, но с довольно интересными возможностями по работе с паттернами, именно ритмическими. То есть их можно, во-первых, выбирать из пресетов, которые там довольно много есть. Также их можно объединять с секвенцией. То есть если у вас есть, например, какой-нибудь статичный звук, который тянется на протяжении всего трека, допустим, вы можете повесить этот плагин и с помощью разных секвенций ритмических пульсаций, в данном случае как а-ля Noise Gate, вы можете добиваться интересных ритмических изменений этого статичного звука на протяжении всего трека. Этот плагин также управляется по MIDI-контроллеру, то есть вы можете на каждый паттерн назначить свою MIDI-клавишу и переключать в нужное время, включать, выключать и так далее. То есть такой некий статтер-эффект с точки зрения громкости. Абсолютно бесплатный плагин, просто нужно зарегистрироваться на сайте разработчика и скачать его. Также все ссылки в описании, так что если вам интересен такой тип плагинов, вот есть бесплатная версия, переходите и забирайте. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Напишите обязательно в комментарии, что вам понравилось, какой из бесплатных плагинов вы себе забрали в коллекцию. И напоминаю также о нашем телеграм-чате. Подключайтесь, если вы еще не там. Ссылка будет также в описании. Мы там на связи, я там всегда на связи. Очень много ваших коллег, уже более 1000 человек подключено. Мы обмениваемся опытом, общаемся, обсуждаем новинки плагинов, обсуждаем музыкальное оборудование и не только. Отвечаем, конечно же, на вопросы, касаемые лоджика и создания музыки. Так что подключайтесь, welcome. И не забывайте подписаться на наш YouTube канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Уже на нашем канале, если вы только подключились, довольно много видео по лоджику, по работе со звуком, по различным плагинам. Скоро будет еще больше. Так что оставайтесь на связи. Ну а с вами был Дмитрий Урсул. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!